Этот салат состоит из риса, морепродуктов, то есть креветок морского ассорти и крабовых палочек. Основа рис вареный. Далее идет зелень, укроп, базилик, листья салата, лук зеленый, яйца. Это уже не зелень, конечно, так что он не вегетарианский. Готовится достаточно быстро, все режется, чистится, моется и варится нужное полагаемое время. Вкус будет насыщенный, если добавить еще маринованных или соленых огурчиков. Очень приятно, ждите новые обзоры, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, ставьте лайки. Всем пока! Этот салат состоит из риса, морепродуктов.